незавидной ситуации оказались сыктывкарцы, жители вот этого дома по улице Пушкина, 51. Из-за протечки кровли затопило квартиры на верхнем 5-м этаже. По просьбе пострадавших в ситуации разбирается программа «Телезащитник». Лариса Васильевна, что у вас в квартире произошло? Несколько дней назад мы пришли с работы, очень произошло сильное затопление потолка. Это было с крыши. Когда мы пришли, у нас здесь была вода огромная, прямо лилась вода на полу, вот до сюда практически. А здесь у вас плита, да, стиральная машина. Вот. Здесь у нас еще газовая колонка, что было очень тоже страшно. Вода прям лилась вот такой струей. Здесь тоже была вода. Стояла микроволновка включенная. То есть видимо, чудом не взорвалась, я так понимаю. Да, вот тоже здесь. Обои все отошли в то время. И вот эти все от потолка тоже подтеки здесь были все сильные. Ну, вот такая была картина. Сейчас, конечно, немножко мы поубрали. Как вы отреагировали? Это был вечер, да? Да, это был вечер. Мы позвонили в службу. Единую дежурную диспетчерскую службу города. Да, и они отреагировали не сразу, сказали, что не пойдут к нам. А потом приехали, посмотрели вот на наше все состояние, они видели. Потом мы обратились в управляющую компанию. Вот я смотрю, да, у вас здесь заявление, да. Значит, вы его предоставили в управляющую компанию, какова реакция? Ну, здесь тоже нам сказали, что будет официальный письменный ответ. А больше реакции никаких не было. Вместе с тем, представители управляющей компании приехали, чтобы заактировать жилое помещение? Нет, акт не составлен. Понятно. Но я вот смотрю, вы сделали фотоснимки, да, на них видно положение квартиры именно в вечер затопления, да? Ну вот потолок. Так, это у вас окно, да? Окно, да. А здесь вас, вот да. Стол. Вот это вот мы здесь да, видим, вот да, стол все, был. Это полы. Вот, да. Вообще вам устно управляющая компания что-то пообещала, компенсацию за ремонт, значит, локализацию всей этой ситуации? Разговора пока об этом не было. Нас волнует, чтобы была отремонтирована правильно крыша, чтобы больше такого не повторилось. Ну и возмещение ущерба. Это впервые произошло или уже были прецеденты? Ну вот мы здесь проживаем с октября 2019 года. Как бы для нас это инцидент впервые. Вот, поэтому нужно разговаривать, может быть, с соседями. Как, но судя по ситуации на крыше, я думаю, что это не в первый раз. И, кстати, в разговоре с соседями, вот после того, как все это произошло, мы разговаривали и выяснили, что ремонт крыши должен был осуществляться, капитальный ремонт крыши должен был осуществляться в 2018 году. И соседи говорят, что ремонта этого не было. Хотя, посмотрите, дом, который... Напротив, моложе на 20 лет, этот ремонт крыши делают, и, по словам соседей, уже второй раз. Но мы видим, что работы прямо сейчас идут. Работы ведутся вот конкретно весной, и когда и снег, и дождь, и все. А нам сказали, что будут делать тогда, когда будет тепло и сухо. В этом подъезде пострадали и другие жилые помещения. Мы побывали у соседки по лестничной площадке. В ее квартире последствия протечки кровли видны еще заметнее. Сейчас мы находимся у соседки Ларисы Васильевны Розы Георгиевны, у которой последствия затопления видны еще сильнее. Роза Георгиевна, я правильно понимаю, что ситуация та же у вас? Да, 3 недели назад все это появилось, сейчас увеличивается. Никому ничего не надо, я 3 недели назад уже обращалась в нашу компанию. Пришли, посмотрели и ушли. Я правильно понимаю, что акт не составили и не локализовали? Не составляли, нет. Просто пришли, посмотрели, даже не сфотографировали. И сказали, что почистили, но крышу в этом году у нас вообще не чистили, ни разу. Потом над нашей квартирой немножко сбили, я не видела и не слышала, якобы. Но откуда-то вода же здесь появляется. Больше всего в этой квартире пострадала спальня, где не так давно хозяйка установила новый стеклопакет. Теперь его придется менять повторно. А это не дешевое удовольствие. А мы сейчас находимся в соседней комнате у Розы Георгиевны, где еще сильнее видны последствия ЧП. Роза Георгиевна, прокомментируйте, пожалуйста. Да, вот не могу смотреть на эти пятна, потому что они все увеличиваются уже на стене, снаружи уже. Запах вообще невозможно. Да, я сегодня ночью ощущается. Даже пришлось мне ночевать в другой комнате, потому что я не могу дышать уже, вся закашлялась, хотя я не аллергичная. А дому сколько лет? Дому 48 лет. За 48 лет я вообще не помню, чтобы нашу крышу когда-то ремонтировали. Пытались,
привозили материал, привозили газовые баллоны, бросили на крышу. Через 2 недели все то же самое спустили, никому ничего не надо. Вообще у нас дом там снаружи уже. Мы меняли окна, у меня все посыпалось. А что там наверху делается, представить дом даже кирпичный. Не могу. Кирпичный, да. Каков алгоритм действий в подобных ситуациях, напоминает служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора. Потребитель имеет право обратиться в управляющую организацию, если такими протечками причинен ущерб имуществу, находящемуся в квартире, для составления данной организацией акта, ну, если по-простому сказать, акт о залитии, ну, акта о причинении ущерба имуществу потребителя. Данный акт ответственное лицо должно составить в течение 3 дней и в течение 3 дней направить, выдать его потребителю. В данном акте должно быть описано то имущество, которому причинен вред, и данный акт в последующем потребитель может использовать для судебного разбирательства при предъявлении иска к виновному лицу для возмещения ущерба, причиненного протечками кровли, если вина будет установлена со стороны управляющей организации или ТСЖ, или обслуживающей организации. Какие предпринимаются меры в сложившейся ситуации, программе «Телезащитник» пояснил директор компании, управляющей этим домом. Все дело в том, что многоквартирный дом Пушкина 51 1672 года постройки, с тех пор ни разу еще капитальный ремонт не производился на этом доме. Значит, кровля плоская. Разница температур, которая складывается вот в весенний период времени, позволяет, так сказать, говорить о том, что происходит то замерзание снеговых масс и превращение их в наледь, то таяние снега резкое. Вот. При таких разницах температур, естественно, возникают ситуации с протечками кровли. Мы сразу же отправляем бригады для очистки кровли от снега, наледи, для того, чтобы вода уходила. По словам директора управляющей компании, особенность кровли этого дома в том, что она не имеет парапетов. То есть сток воды осуществляется не по ливневкам, канализационным стокам, а напрямую с крыши. Что это значит? Когда происходит намерзание льда, воде с поверхности кровли стекать при таянии некуда, как это случилось в день аварии. Тем самым она остается на крыше и, что называется, ищет трещины, просачиваясь внутрь дома. Вот почему она и затекла в квартиры верхнего 5-го этажа. Пока снеговые массы находятся на крыше, естественно, мы ремонтировать ничего не можем. Как только погода, значит, придет своим плюсовым значением, естественно, мы сразу же направим туда бригаду для того, чтобы произвести необходимые ремонтные работы, чтобы, значит, проблему данную снять. Нам обещали и, по-моему, даже уже включили данный дом именно по крыше, по кровле, по ремонту кровли на 2021 год. Когда вы планируете составить акты о залитии, чтобы жильцы понимали, ожидать ли им получения компенсации? Значит, по-моему, акты уже составлены, я уже подписывал акты. Да, единственное, что жильцы должны подойти к нам в офис и эти акты забрать. Вопрос ближайшего времени – дополнительные расходы, которые потребуются на внеплановый ремонт внутри квартирных помещений пострадавших жильцов. По российскому законодательству собственники жилья и управляющая компания вправе договориться. Либо управленцы жилфондом сами произведут необходимые работы, либо компенсируют затраты, если хозяева квадратных метров готовы понести их сами. По словам директора управляющей компании, он готов рассмотреть любой из этих двух вариантов на усмотрение жильцов. Мы сейчас находимся на крыше Пушкина 51. Подтверждаются слова директора управляющей компании о том, что в связи вот с такой неприятной погодой и большим количеством снега не представляется возможным локально провести работы в том месте, где кровля протекла. Поэтому будем ждать потепления. Программа «Телезащитник» по просьбам жильцов дома номер 51 на улице Пушкина берет на контроль сложившуюся ситуацию. Мы отследим выполнение управляющей компании необходимых работ, а также урегулирование вопроса с компенсацией либо ремонтом затопленных квартир.
На сегодня все. С вами была Дарья Шучальна, программа «Телезащитник». Если у вас возникают вопросы в сфере ЖКХ, обращайтесь по указанным телефонам на телеканал «Юрген». Мы поможем разобраться в вашей проблемной ситуации.